أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Через 3 дня наступит 23 марта, и это тот день, в который Хазрат обетованный Мессия, мир ему, впервые стал принимать обет верности у людей. И таким образом была создана Ахмадийская мусульманская община. В общине этот день отмечается как день Хазрата обетованного Мессии, мир ему. И в этот день община проводит различные мероприятия. На этих мероприятиях рассказывается о его притязаниях и цели его пришествия. Говорить об этом в следующую пятницу будет поздно, и поэтому сегодня я решил предложить вашему вниманию некоторые цитаты из его писаний. В настоящее время во многих странах мира распространяется эпидемия коронавируса, и, вероятно, по этой причине люди во многих местах не смогут провести данное мероприятие. Поэтому они должны слушать мои проповеди. Они также должны смотреть и слушать передачи на эту тему по спутниковому каналу МТА. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, был ниспослан для распространения ислама, и в одном из своих писаний Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «Я призываю благословение на посланника Аллаха, мир ему, и благословение Аллаха. Изобильная милость и благословение, которые я получаю, это благословение посланника Аллаха, мир ему, и благословение Аллаха». Затем он изрекает: «Я говорю со всей ясностью, и это является моей верой. Никто не сможет обрести щедроты и милости Всевышнего Аллаха без повиновения посланнику Аллаха, мир ему, и благословения Аллаха». Всевышний Аллах ниспослал обетованного Мессию и Махди, мир ему, с целью восстановления славы ислама. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Всевышний Аллах ниспослал меня для исправления его творений». Давая подробное разъяснение цели своего пришествия, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Я вновь и вновь повторяю и не могу удержаться от того, чтобы не сказать о том,
что я являюсь тем, кто был ниспослан для исправления Божьего творения. И я был ниспослан для того, чтобы заново возродить религию в сердцах. Я был ниспослан подобно тому человеку, который был ниспослан после Калимулы, Мусы, Божьему человеку, Исе, душа которого была вознесена на небо после долгих мучений в эпоху Ирода. Затем он изрекает: «О мои братья! Ради Бога, не будьте упрямы! Было необходимо, чтобы я разъяснил вам те вещи, в которых вы ошиблись. Если бы вы находились на правильном пути, то не было никакой нужды в моем пришествии. Как я уже говорил, я был ниспослан духовно подобным сыну Марии, который был ниспослан для исправления иудеев. Мне тоже было поручено такое же дело. Мессия исправил ошибочные представления иудеев. Одна из их ошибок заключалась в том, что они надеялись на второе пришествие пророка Илии. Это было подобно тому, как сегодня мусульмане ожидают второго пришествия сына Марии. Мессия говорил им, что пророк Илия не спустится с небес, и что Иоанн и является Илией. И пусть его примут те, кто должен был принять его». Таким образом, он исправил их давнюю ошибку. Однако иудеи утверждали, что он является вероотступником и что он не является тем, кто верит в предыдущие книги. Но Мессия сказал им правду. В таком же состоянии пребывает и подобный Мессии. Его тоже, подобно Мессии, объявили вероотступником. Разве это не является подобием высочайшей степени? Хазрат, обетованный Мессией, мир ему, был ниспослан не только для мусульман, он был ниспослан и для других народов. Об этом он изрекает: «Пусть станет ясным, что Всевышний Аллах ниспослал меня не только для мусульман. Более того, Он ниспослал меня ради исправления мусульман, индуистов и христиан». Для мусульман и христиан Всевышний Аллах ниспослал меня в качестве обетованного Мессии. Для индуистов я ниспослан в качестве аватара. Вот уже в течение 20 лет я пишу о том, что был ниспослан для удаления тех грехов, которыми наполнилась земля. Я являюсь подобием Мессии, сына Марии, так же, как я являюсь подобием Раджи Кришны, который считается одним из главных пророков в индуизме. Даже можно сказать, что я являюсь его вторым пришествием. Я не говорю об этом по своей прихоти. Напротив, это мне разъяснил Бог, который является Богом земли и небес. Он не один раз, а многократно разъяснил мне, что я являюсь Кришной для индуистов и обетованной Мессией для мусульман и христиан. Я знаю, что невежественные мусульмане, услышав об этом, сразу же начнут говорить, что я приписал себе имя неверного и таким образом доказал то, что являюсь неверным. Однако это откровение Всевышнего Аллаха, которое я не могу скрыть. Сегодня я впервые говорю об этом в присутствии большого количества людей, поскольку те, кто от Бога, не придают значения порицанию порицаемых людей. Эти слова Хазрат обетованный Мессия, мир ему, произнес в своей лекции в Сиалкоте, которую он прочитал в окружении большой толпы, состоящей из индуистов и мусульман.
Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Любое ослушание Всевышнего Аллаха считается грехом. Тот, кто ослушивается простого полицейского, который приказывает вам от имени государства, становится преступником, и он бывает наказан за это. Если приказы мирских правителей обладают таким статусом, то не посчитать и не ценить того, кто пришел от правителя всех правителей, будет считаться большим ослушанием Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах обладает большой ревностью. В связи с потребностью времени, в начале этого порочного века, Он ниспослал одного человека для того, чтобы Он призвал людей к наставлению. И большой грех совершает тот, кто бросает себе под ноги и топчет его мудрое решение. Порой разум человека не понимает мудрости решения Всевышнего Аллаха. Человек по своей сути ничего собой не представляет. Как он может притязать на большее понимание мудрого решения Всевышнего Аллаха? В настоящее время желание Всевышнего Аллаха стало ясным и сияющим. В начале ислама, если какой-то человек становился вероотступником, то поднимался большой шум. Однако теперь ислам унижен до такой степени, что более 100 000 людей стали вероотступниками. На святой ислам было совершено множество нападок. Против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, публикуются 100 000 книг, наполненных бранью. Тираж некоторых газет достигает нескольких десятков миллионов экземпляров. Если собрать вместе все публикации, направленные против ислама, их высота достигнет вершины горы. Мусульмане пребывают в безжизненном состоянии, будто все они умерли. Но каким будет их состояние, если Всевышний Аллах и сейчас будет также хранить молчание? Один удар Всевышнего Аллаха мощнее 1000 ударов людей. Это такой удар, который приводит к рассвету религии. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Христиане в течение вот уже 19 веков провозглашают, что Иисус является Богом. И их религия постоянно развивалась, и мусульмане также помогают им. Сильным оружием в руках христиан является то, что Иисус считается живым, в то время как наш посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер». Именно этот довод представил лорд-епископ на одном из больших собраний, и ни один мусульманин не смог ответить ему. Однако на этом собрании присутствовал муфти Мухаммад Садык. Он встал со своего места и на основе священного Корана, хадисов, истории и Евангелия доказал, что Иисус умер и что наш посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является вечно живым. Он будет жить вечно, поскольку в исламе всегда находились такие святые люди, которые, получив пользу от его изобильного блага, являли чудеса. И этот лорд-епископ ничем не смог возразить ему. Теперь подумайте, каким будет итог, если мы уверуем в живого Иисуса? И каким будет итог, если мы поверим в то, что Он умер, подобно другим пророкам? Поверьте в Его смерть на некоторое время, и затем узрите итог этого. Однажды в Лудхиане, обращаясь к христианам, я опубликовал одну брошюру. В ней я написал, что между нами и вами нет никаких разногласий. Ведь для вас нетрудно уверовать в то, что Иисус умер и не возносился на небеса. Это не принесет вам какого-либо убытка. Услышав об этом, они очень забеспокоились и сказали: «Если мы уверуем в то, что Иисус умер и не возносился на небеса, то в мире не останется ни одного христианина». Посмотрите, ведь Всевышний Аллах мудр и всезнающ. Он избрал такую тактику, которая уничтожает ошибочные верования противников. Но почему мусульмане проявляют в этом упрямство? Разве пророк Иисус, мир ему, превосходит посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха? Если вы ссоритесь со мной, то не приступайте пределов.
не совершайте таких дел, которые причиняют вред исламу. Всевышний Аллах не избирает неполноценной тактики. Кроме этой тактики, вы ничем не сможете опровергнуть ошибочные верования относительно креста. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «То главное дело, для совершения которого я был послан, заключается в том, чтобы я удалил ту неискренность, которая появилась в отношениях между Богом и Его творениями, и восстановил между ними любовь и искренность. Чтобы благодаря проявлению учения истинности я закончил религиозные войны и заложил основы примирения. И чтобы я явил те религиозные истины, которые скрыты от глаз мира. И чтобы я явил те образы духовности, которые подавлены темнотой мирских страстей. И чтобы я разъяснил о той мощи Бога, которая проявляет себя посредством мольбы человека, который не только ограничивается словами, но и совершает действия. И самое большое мое дело состоит в том, что я должен посадить саженец вечного древа сияющего и искреннего единобожия, которое свободно от всякого ширка, предания Аллаху сотоварищей». И все это произойдет не благодаря моей силе, а посредством силы Бога, который является Богом земли и небес. Я вижу, что с одной стороны меня воспитал сам Всевышний Аллах. Он внушил страсть моему сердцу для такого рода исправления посредством ниспослания мне откровения. С другой стороны, Он одарил меня таким сердцем, которое всегда готово слушать мои слова. Я вижу, что Всевышний Аллах ниспослал меня, и теперь в мире совершаются великие преобразования. Это цитата из его лекции в Лахоре. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит о том, что Всевышний Аллах не посылает своих реформаторов и пророков для исправления своих слуг. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Это является давним законом Всевышнего Аллаха. Когда какое-то бедствие достигает своего пика, Всевышний Аллах уделяет внимание удалению этого бедствия. Например, когда долго нет дождя, наступает сильная засуха и народ оказывается на пороге гибели, Всевышний Аллах ниспосылает дождь. Когда та или иная эпидемия уничтожает сотни тысяч людей, Всевышний Аллах создает какой-то выход, и люди находят лекарства. Или когда какой-то народ сильно страдает от угнетения, появляется справедливый и сочувствующий правитель. Точно так же, когда люди сбиваются с пути Бога, оставляют единобожие и праведность, Всевышний Аллах ниспосылает человека, которому Он дарует совершенные знания, и ниспосылает ему откровения для исправления сыновей Адама, чтобы он смог исправить все эти пороки. Мудрость этого состоит в том, что Всевышний Аллах является владыкой всех миров и опорой для всего мира. Каждое его качество проявляет свое действие вовремя, и ни одно его качество не является бесполезным. Напротив, каждое его качество проявляет себя настолько скоро, насколько в этом существует потребность времени. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Благословенным и счастливым является тот, чье сердце свято. Он желает проявления могущества и величия Всевышнего Аллаха, поскольку он предпочитает Всевышнего Аллаха всему остальному. Мое решение и решение тех, кто оказывает мне противодействие, будет представлено перед Всевышним Аллахом, поскольку Он хорошо знает о моем и их сердцах. Он знает, чье сердце бьется ради блеска этого мира
и он знает, чье сердце трепещет только ради Всевышнего Аллаха. Помните, духовность не возрастет, пока сердце не обретет святости. Когда в сердце возникает святость и чистота, оно обретает особенную силу и мощь в своем развитии. Ему даруются всевозможные средства, и он начинает развиваться. Посмотрите на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ведь он был один, когда он выдвинул свои притязания, и в то время у него не было никаких средств. В это время он выдвинул следующее притязание. «Скажи, о люди, воистину я посланник Аллаха ко всем вам». Кто мог поверить, что притязание этого человека увенчается успехом? Вместе с этим он столкнулся с тысячами трудностей, в то время как я не испытал даже одной тысячной доли этих трудностей. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает. «Мое последнее наставление. Проявляйте заботу о своей вере. Вы не должны проявлять высокомерие. Вы не должны быть ослушниками в глазах Всевышнего Аллаха. Посмотрите, ведь Всевышний Аллах обратил на вас внимание тогда, когда Он должен был это сделать. Постарайтесь стать наследниками всех Его благ». Всевышний Аллах узнал о том, что честь самого уважаемого человека была растоптана людьми, и что самый уважаемый человек стал оскорбляемым и бранимым. Его причислили к закоренелым лжецам и порочным самозванцам. Его слова из Священного Корана стали считаться плохими словами и принимаются за слова обыкновенного человека. Поэтому Всевышний Аллах напомнил о своем обещании в Священном Коране, которое гласит: «Воистину, это мы! Мы не спаслали напоминания, и воистину мы — хранители его!» И теперь наступил день выполнения его обещания. Посредством больших потрясений и многих знамений он доказал, что эта вереница была начата именно им. Разве раньше ваши глаза видели такие знамения, которые они увидели сейчас? Всевышний Аллах, подобно борцу, боролся ради вас с другими народами и одержал победу. Посмотрите, ведь он боролся и в случае с Адхамом. Поищите, где сейчас Адхам? Теперь слушайте, сейчас он находится в могиле. Ему была дана отсрочка в соответствии с условиями, обозначенными в Откровении. И он был схвачен в соответствии с условиями, обозначенными в этом Откровении. Во второй раз он боролся в случае с Лекхрамом. Посмотрите, как Всевышний Аллах одержал победу в этой борьбе. Вы уже видели все признаки, которые были проявлены и оглашены в пророчестве. Могущественные знамения Всевышнего Аллаха сделали один народ скорбящим. Видели ли вы до этого такое могущественное знамение Всевышнего Аллаха? О, дети мусульман, не оскорбляйте дело Всевышнего Аллаха! В третий раз он боролся на конференции великих религий. Посмотрите, как в этой борьбе Всевышний Аллах даровал победу исламу, как он явил вам свое знамение. Он заранее сообщил своему рабу о том, что его статья одержит победу. Так и произошло. Благословенное влияние этой статьи вызвало удивление у всех присутствующих там людей. Разве это дело человека, а не Бога? Здесь Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит о своей книге «Философия исламских учений». Всевышний Аллах заранее сообщил ему о победе этой книги на конференции мировых религий. Так и произошло, и противники были сильно удивлены этим. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. В четвертый раз Всевышний Аллах боролся во время судебного разбирательства, инициированного доктором Кларком. В этом процессе принимали участие представители трех религий – арии, мусульмане, христиане. Они пытались доказать, что именно я организовал покушение на этого человека. Но Всевышний Аллах заранее сообщил мне о том, что они потерпят поражение. Я сообщил об этом откровении людям в количестве 200 человек. Я сообщил им о том, что я одержу победу, и в итоге так и произошло.
В пятый раз Всевышний Аллах боролся в случае с мирзой Ахмадом Хашурпри. Его родственники издевались над исламом. Некоторые из них стали вероступниками, они оскорбляли священный Куран и ислам. Они опубликовали брошюру, в которой требовали от меня показать истинность ислама. И Всевышний Аллах даровал им знамение о том, что мирза Ахмад бек Азиз умрет в течение 3 лет после того, как увидит многие бедствия. Так и произошло, и он умер в точности с этим предсказанием. Это было сделано для того, чтобы люди поняли, что для каждой дерзости есть наказание. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, предупреждал мир о том, что нельзя бороться с тем, кто был ниспослан Всевышним Аллахом. Поскольку Всевышний Аллах окажет такому человеку свою поддержку и ради него явит свои знамения. Всевышний Аллах сказал ему, что в мир пришел предостерегающий, но он не принял его, но Бог примет его и проявит его истинность посредством великих потрясений. Одним словом, сегодня община обетованного Мессии и Махди, мир ему, распространилась более чем в 200 странах. И это свидетельствует о том, что он является истинным человеком. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность продолжить его миссию. Пусть Всевышний Аллах укрепит нашу веру и убежденность. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность достойно выполнять свои обязанности. Сейчас я представлю вашему вниманию аналитические материалы некоторых людей относительно нынешней эпидемии. Филипп Джонсон в газете «Телеграф» от 18 марта 2020 года пишет: «В интернете и в Netflix получил известность фильм под названием «Contagion. Заражение» 2011 года. В этом фильме рассказывается о том, как распространился вирус и как органы здравоохранения пытались создать вакцину для того, чтобы остановить эту эпидемию. Я думаю, что такие попытки доказывают то, что мы являемся цивилизованным обществом. Большинство людей думали, что наша цивилизованность будет вечной. Но я очень удивлен тем, что мир полностью изменился в течение 2 недель. Наши надежды на будущее стали напрасными. Эта эпидемия создала такой хаос, которого не было даже во время холодной войны и атомной бомбардировки. Даже в период мировой войны люди регулярно посещали театры, кинотеатры, клубы и пивные бары, но сегодня мы не можем этого сделать. Мы выросли после Второй мировой войны. Мы всегда думали о таком процветании и стабильности, которые не могли представить себе прежние поколения. Мы надеемся, что ученые создадут вакцину против коронавируса. Пусть так и произойдет. В Сиэтле, США, люди предложили себя в качестве подопытных для испытания вакцины. Однако плохо то, что узнать о результатах испытания этой вакцины можно будет только через месяц. История показала, что в такой ситуации люди больше всего опирались на свою веру и благодаря этому выживали при эпидемиях. Они опирались на Бога и верили в Него. Атеисты в таких случаях выбирают служение человечеству. Они думают, что человеческие усилия могут изменить природные явления. Они считают, что это не следует путать с предопределением или гневом Бога. Мы много раз слышали слова «все будет хорошо», «ученые найдут какой-нибудь выход», будь это глобальное потепление или любая эпидемия. Скоро мы узнаем, стоит ли нам надеяться на них или нет. Если этого не произойдет, то я должен вернуться в церковь. В настоящий момент я не являюсь религиозным человеком, и я далек от Бога.
Одним словом, этот вирус вынудил людей подумать о Боге. Однако истинным и живым Богом является только Бог Ислама. Бог Ислама изрекает, что Он обязательно укажет путь тем, кто стремится прийти к Нему. Он утверждает, что если кто-то приблизится к Нему на один шаг, Он сделает в его сторону много шагов и дарует ему защиту. Одним словом, в первую очередь нам следует исправлять себя и затем с мудростью проповедовать другим. Сейчас мы должны призывать людей к исламу, поскольку в настоящее время они нуждаются в этом. Каждый мусульманин Ахмади должен сказать им, что если они хотят остаться живыми, они должны узнать своего Создателя. Если они желают увидеть благой исход, они должны узнать своего Создателя. Настоящей жизнью является жизнь в будущем мире. Они не должны предавать Аллаху сотоварищей, и они должны выполнять свои обязанности по отношению к Его творениям. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность должным образом выполнять свои обязанности. Ученые говорят, что эта эпидемия будет только разрастаться, поэтому нам необходимо думать о будущем мире. Как я уже сказал, подлинная жизнь – это жизнь в будущем мире. И всем нам придется вернуться к своему Создателю. Один ученый в газете «The Time» от 6 марта 2020 года пишет: «Существует опасность, что этот вирус изменит свой геном и через несколько лет возникнет новый вид коронавируса. И вполне возможно, что каждые 3 года будут возникать новые эпидемии». Газета Bloomberg пишет: «Ученые могут победить коронавирус, но война против эпидемии будет вестись вечно. Мы знаем, что будут появляться новые виды вирусов. Согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения, после 1970 года появилось более 1500 новых видов вирусов. В 21 веке эпидемии распространяются очень быстро и широко. Раньше они ограничивались каким-то одним районом, но сейчас эпидемии быстро распространяются по всему миру». Он подробно описал этот процесс, но я не смогу полностью прочитать вам об этом. Одним словом, как я уже сказал, нам необходимо как можно больше укреплять связь со своим Создателем. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Я уже дал некоторые советы относительно коронавируса. И сейчас я еще раз повторю их, потому что он распространяется очень быстро. Он распространяется и здесь, в Великобритании, и государственные органы вынуждены принимать строгие меры. Обычно распространение эпидемии затрагивает каждого человека, и поэтому нам необходимо прилагать очень строгие меры предосторожности. Мы должны выполнять инструкции государственных органов. Люди пожилого возраста, как минимум, не должны выходить из своих домов. Государственные органы тоже дают такую же инструкцию. Они могут выходить на улицу, если полностью здоровы, но при этом большую часть времени они все равно должны находиться у себя дома. Необходимо проявлять все меры предосторожности и при посещении мечети. Пятничные молитвы тоже нужно совершать в своих районах. Однако, если государственные органы запретят это делать, то не следует совершать намаз и в своих районах. Женщины не должны приходить в мечеть, поскольку их сопровождают дети.
Врачи рекомендуют полноценный сон и отдых для укрепления иммунитета. Вы и ваши дети как минимум должны спать 6-7 часов. Сон детей должен длиться от 8 до 10 часов. Вы не должны сидеть перед телевизором всю ночь, потому что если вы будете это делать, то вы не сможете вставать для совершения намаза. Кроме того, вам нужно работать. Если человек мало спит, то в течение целого дня он будет слабым, и в результате он может заболеть. Поэтому вы должны прививать своим детям привычку ложиться спать рано и пораньше просыпаться. Дети должны спать 8-9 часов. Вы также должны остерегаться вредных продуктов, таких как чипсы и так далее. Некоторые люди покупают своим детям чипсы, но они опасны для здоровья, поскольку в них содержатся различные консерванты, и они постепенно ослабляют организм человека. Врачи также рекомендуют как можно чаще пить воду. Через каждые 30 минут или 1 час следует делать 1 или 2 глотка воды. Это тоже спасает от болезней. Руки также следует держать в чистоте. Если у вас нет санитайзеров, тщательно мойте руки с мылом. Как я уже говорил, мусульмане имеют возможность 5 раз в день мыть свои руки. Находясь в публичных местах или в мечети, в случае чихания, делайте это в платок. Когда вы кашляете, кашляйте в предплечье, капли вашей слюны не должны разлетаться по сторонам. Одним словом, очень важно соблюдать чистоту. Последним вашим оружием является мольба. Мы должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах спас нас от этого бедствия. Мы должны молиться за всех мусульман Ахмади и за тех, кто уже заразился этой болезнью. Мы должны молиться и за тех, кто находится в сомнении относительно своего заражения, и за тех, кто имеет слабое здоровье. Мы должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах спас их от этой эпидемии. Пусть Всевышний Аллах спасет все человечество от этой эпидемии. Пусть Всевышний Аллах дарует исцеление тем, кто уже болен. Пусть Всевышний Аллах дарует исцеление каждому мусульманину Ахмади. Пусть Всевышний Аллах укрепит их веру и убежденность. Аминь.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.